Неблагоприятная погода в Алтайском крае уже вторые сутки. Дорожные службы работают и днем, и ночью, чтобы водители могли спокойно проехать не только по трассам, но и по городским улицам. О ситуации в краевой столице расскажет Ольга Деянова. Существует стереотип, что в Сибири мороз и летом, и зимой. Но мы-то с вами знаем, что это не так, и поэтому удивляемся, когда на календаре 25 октября, а на улице снег по щиколотку. Особенно сильно от неблагоприятной погоды пострадали водители. Снег завалил дороги, спровоцировал пробки и заторы. Уже вторые сутки без перерыва работают дорожные службы. За ночь из Барнаула вывезли 870 тонн снега. Это 120 семитонных МАЗов. Предприятие перешло на двухсменный режим работы, то есть мы работаем без остановок. Сейчас стоит задача в течение дня вывести максимальное количество снега с улиц города. По статистике, данные погодные явления типичны для нашего региона в третьей декаде октября. Снега выпало чуть больше нормы. В Барнауле высота снежного покрова составила 5 сантиметров. Октябрь начинается у нас с осадков, которые идут в виде дождя. Затем постепенно осадки переходят в мокрый снег. И уже третья декада идет в основном в виде снега. В краевой столице все еще не так плохо. В Троицком районе выпало 20 сантиметров осадков. Но синоптики утверждают, еще рано праздновать приход зимы. Выпавший снег может и растаять. На следующей неделе обещают плюсовую температуру. Ольга Деянова, Роман Хайрулин. Новости.